Иду смело на вторую прививку в категории 65+. Если конкретно, 71 год. Ну все, Геннадий Кузьмич теперь как у Христа за пазухой. Сегодня он поставил вторую, финальную прививку от коронавируса. И теперь сможет об этом рассказать всем своим видам. Вот вы один из первых, которому мы вручаем значок «Я привит от ковид». Ох, какая красота. Да, значки появились в Алтайском крае совершенно недавно. Чем хорошо. Больше мы будем прививаться, тем быстрее мы в конце концов будем снимем с себя маски. Старшая медсестра Татьяна стоит у начала вакцинации от коронавируса в регионе. Она ставит десятки уколов жителям города каждый день. Сама женщина привилась еще в октябре и теперь тоже носит значок «Я привит от ковид». Ну, я думаю, что да, то есть будут идти по улице, будут люди другие видеть, что человек привит, уже не так будет страшно и пойдут еще вакцинироваться. Между прочим, дизайн значка придумали будущие архитекторы и дизайнеры. Анастасия и Ангелина неделю работали над этим проектом. Их куратор говорит, девушки трудились на совесть, совершенно бесплатно. Сами студентки не понаслышке знают, что такое коронавирус и даже, что значит потерять близкого человека из-за этой болезни. COVID-19 затронул и их семьи. Мы взяли такую, как стрелу, которая обезоруживает вирус и дает защиту гражданам и свободу. Вирус сам по себе, мы взяли его за главное изображение и, по сути, перечеркнули его просто, как знак победы над вирусом. А будете прививку ставить сами? Пока я думаю насчет этого вопроса. На данный момент в крае более 38 тысяч человек поставили первую прививку от коронавируса. Более 19 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. И еще 20 тысяч ждут своей очереди. Не факт, что нагрудных значков хватит всем. Пока на весь Барнаул выделили 1200 штук. В ближайшее время в Минздраве, правда, ждут еще одну партию. И да, как нам сказали, наличие значка не освобождает от наличия защитной маски. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.